смотрите первыми в программе «Утро первых». Сплошной обман. О новых мошеннических схемах и способах борьбы с ними обсудим с нашим утренним гостем. Обувь для принцессы. На какие туфельки не постеснялась бы позариться современная Золушка? Про самую модную обувь летнего сезона расскажет Ольга Нестерова, чтобы вы были в стиле первых. Утро среды вместе с вами встречает Юрий Галаян. Доброе утро всем, кто начинает свой день вместе с программой «Утро первых». Друзья, у нас для вас отличные новости. Середина рабочей недели. Сегодня 15 июня, с чем я вас поздравляю. Сегодня необычный день, международный день ветра. Это связано и в том числе с нашей экологией, с перемещением воздушных потоков на нашем пространстве. Вот сегодня прохладнее, кстати, я обратил внимание. Возможно, для кого-то это послужит поводом одеться чуть-чуть теплее, чем обычно, хотя день наверняка будет жаркий. Друзья, кроме того, в этот день, 15 июня, было образовано юнатское движение. Юнаты, как мы знаем, всегда берегли окружающую среду и природу. Еще один повод задуматься о том, как сделать лучше наш мир и наш город, как минимум. В общем, поводов для мысли сегодня будет много, и традиционно наш эфир мы начинаем с самых важных и актуальных новостей. Нерадивые хозяева домашних питомцев могут попасть на деньги. В Госдуме предложили ввести штраф за брошенных животных. В случае, если поправки примут, то за бессердечность можно получить штраф до 30 тысяч рублей. А если животное покусает человека, бывшему хозяину это может обойтись в 200 тысяч. Такими мерами планируется ужесточить ответственность за владение животными. Калужский Роспотребнадзор поделился лайфхаками по выбору летних ягод. Так, при покупке клубники стоит следить, чтобы ягода не была сухой и не имела признаков гниения, а хвостик был крепким и зеленым. Клубнику, которая приехала издалека, покупать не стоит, быстро испортится. А вот к черешне и вовсе сейчас не нужно присматриваться. Самые вкусные сорта созревают немного позже. При выборе этих ягод также обратите внимание на плодоножку. Американские инженеры изобрели робота, который рисует граффити как человек. Устройство записывает, как двигается художник, после чего обрабатывает жесты и программирует движение робота. Нейросеть не только учится у уличных художников, но и переводит готовые изображения в электрические сигналы, чтобы создать библиотеку цифровых символов. Их можно запрограммировать для разных размеров изображения, комбинации, а также ракурса. Японский изобретатель сконструировал лампу паука. Большинство деталей для роботизированных ног он самостоятельно напечатал на 3D-принтере. На создание устройства у него ушло около недели. Интернет-пользователи сошлись на мнении, что такой ночник напугает любого. Тем не менее, устройство было сконструировано специально для детей, чтобы им не было страшно передвигаться по квартире, когда темно. Видео, которое точно поднимет вам настроение этим утром. Пятеро хаски очень любят подглядывать за прохожими из-за забора. Хозяин решил подойти к этой проблеме креативно. Сначала вырезал для них отверстие, а затем приклеил маски. Пользователи в интернете прозвали это советом хороших мальчиков. Хотя выглядит компания слегка устрашающе. Тот случай, когда можно обойтись без таблички «Злая собака». Все сразу становится понятно лишь по забору. Я считаю, что сегодня в условиях проведения масштабной боевой антифашистской операции на Украине мы должны четко понимать, что нам противостоит коварный, опасный и хорошо подготовленный враг,
который не остановится ни перед какими зверствами для того, чтобы добиться своих целей. Поэтому всем гражданам надо быть максимально бдительными, чтобы не допустить никаких проявлений терроризма и экстремизма сегодня в нашем обществе, в наших городах, в наших населенных пунктах. Сегодня многократно возрастает роль добровольных народных дружин и казачьих дружин по охране общественного порядка в местах скопления граждан, в местах общественного пользования. И это сегодня является одной из важнейших составляющих безопасности нашего общества. Я помню, нам так тяжело было поднимать монастырь. Мы прошли, у нас ни денег не было, благодетелей не было, жить негде было, воды не было. Я, конечно, знала, да, что есть святая земля, но, естественно, там она важна для каждого христианина. Каждый христианин хочет на ней побывать, стремиться туда. Столько людей там побывало. Один Бог был свидетелем его тайного разговора с духовником. Ведь мы к Богу приходим через... чаще всего через скорби, да, этот призыв с неба чаще всего вот идет как-то через близких людей. Интересная икона, многие знают, многие приезжали, чуть не часами они стояли, молились порой возле этой иконы. Конечно, много было исцелений. Может быть, больше у нас никогда не будет шансов в жизни быть здесь. В последнее время мошенники вновь активизировались. Они активно используют сложившуюся санкционную ситуацию и создают новые пирамиды. Вот как эти пирамиды обойти и как обезопасить свои финансы? Об этом нам расскажет наша гостья, которая уже в студии «Утро первых», заместитель управляющего Калужским отделением Банка России Лариса Сергеевна Захарова. Вновь с нами, Лариса Сергеевна, доброе утро. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о новых тенденциях, новых инструментах, которые в своей работе используют мошенники. Как сейчас они в новых реалиях, в которых мы оказались, используют способы для того, чтобы выманить деньги у людей? Действительно, как вы сказали, мошенники активно используют актуальную информационную повестку. Одним из трендов стало создание, например, небольших финансовых проектов, в которых приглашаются участвовать люди, наши граждане, с вложением небольших денежных сумм. И при этом мошенники надеются на то, что поскольку человек потеряет немного денег, он не будет обращаться в правоохранительные органы, и вот такой поток движения людей поможет им быстро обогатиться. Вот здесь у нас изображен такой, знаете, стереотип мошенника, как мы его себе представляем. И, собственно, слово, которое сейчас гремит в соцсетях – криптовалюта. Для многих, возможно, непонятное определение. Может быть, из-за этого люди клюют. Это еще один современный тренд обмана населения. В условиях современных реалий, современной финансовой ситуации, гражданам предлагают якобы спасти денежные средства, вывести их в иностранные юрисдикции. Угу. Притом платежи предлагают совершать в криптовалютах, в каких-то иных финансовых, таких иностранных, незнакомых нам цифровых инструментах. И, естественно, люди на это ведутся, но при этом, если человек участвует в нелегальном финансовом каком-то проекте, мы все прекрасно понимаем, что это великий шанс потерять свои денежные средства. Угу. А есть еще один способ, новый, в связи с тем, что сейчас многие пользователи разных соцсетей используют VPN. Как эти VPN-сервисы используют мошенники? Банк России, когда выявляет мошеннические сайты, он их блокирует. Вот. При этом, если человек использует VPN, он как будто бы находится за границей, да, и он получает информационный фон, интернет-пространство с обратной стороны. Причем он не видит той информации, что данный мошеннический сайт заблокирован, и поэтому вполне может им воспользоваться. Поэтому мы всегда призываем граждан перед тем, как пользоваться каким-либо финансовым проектом, какой-нибудь финансовой организации, обязательно проверить, нет ли этого проекта, нет ли этой финансовой организации в предупредительном списке Банка России. Вот давайте более подробно об этом предупредительном списке, на каком ресурсе он находится и как с ним ознакомиться, если все-таки вас
ну, появляется такая тенденция, да, обращения к какому-то малоизвестному сайту. Чтобы не стать жертвой финансовых мошенников, прежде чем доверить свои денежные средства, обязательно нужно заглянуть в этот список. Список находится на сайте Банка России в разделе «Проверить финансовую организацию». Там есть название фирмы какой-либо, есть бренд, под которым она работает, адреса, как юридические адреса, так и адреса предоставления услуг, сайты этих организаций. Причем в этом списке есть и финансовые пирамиды, и нелегальные кредиторы, и какие-то интернет-проекты, которых там уже очень много в этом списке. Туда попадают компании, которые Банк России выявил с 2020 года, и в нем уже находится более 5000 компаний. Более 5000? Да, более 5000 компаний с признаками нелегальных финансовых участников финансового рынка. Интересно было бы узнать, кто все эти люди. Давайте перейдем к следующему способу. Теперь мошенники используют разные ресурсы по поиску работы. Дадим высокооплачиваемую работу, и вновь мы попадаем в определенную пирамиду. Да, это еще один современный, так сказать, способ заманивания людей в финансовые пирамиды. То есть гражданин, когда обращается на сайт поиска работы, естественно, там оставляет свои персональные данные. И мошенники этим пользуются. Во-первых, они и получают эти персональные данные, и получают человека, который действительно нуждается в денежных средствах. При этом они предлагают ему пройти какое-то обучение, естественно, не бесплатное. То есть человек и вовлекается в какую-то финансовую схему, то есть ему предлагают продавать нелегальные финансовые услуги, и еще и теряет свои денежные средства, которые потратит на обучение. То есть очень внимательно нужно относиться к тем сайтам, где у вас просят оставить персональные данные. И, кстати, сейчас есть такие странички создаются, где яркая реклама, там очень большие проценты обещают, и просят оставить только контактный телефон. Человек, ну, что такое, оставить телефон и все, да, ничего страшного. Но после этого его начинают обрабатывать, ему звонят, ему пишут на электронную почту, если он оставляет свою почту. И таким образом это еще один способ вовлечения человека в какие-то нелегальные проекты. Как нам обойти эту ситуацию, очень нехорошую, ведь действительно многие люди сейчас находятся в поисках работы, и если им обещают какие-то огромные суммы и говорят, что за это нужно еще кого-то привести, то, конечно, мозг срабатывает так, что да, мне это нужно. Как это обойти? Нужно очень критично относиться, во-первых, ко всем объявлениям, ко всем обещаниям. Ну, во-первых, как мы уже говорили, прежде всего, если вас предлагает какая-то уже зарегистрированная компания на работу, проверить, нет ли этой компании как раз-таки в том предупредительном списке. Посмотреть учредительные документы этой компании, посмотреть, на чем она зарабатывает, насколько легально ведется бизнес и не будет ли человек вот втянут именно в эти схемы сам. Давайте мы какие-то определенные признаки финансовой пирамиды сейчас выявим для того, чтобы люди понимали, что вот с первого взгляда видно такую схему. Да, как правило, это компания, которая не имеет лицензии Банка России на привлечение денежных средств, на осуществление каких-либо других финансовых операций. Или же эта компания отсутствует в государственном реестре. Реклама начинается, привлечение денежных средств, буквально через несколько месяцев после регистрации данной компании. То есть обязательно нужно посмотреть дату ее регистрации в государственном реестре. Да? Чаще всего это недавние компании. Конечно, это свежесозданные компании, потому что сейчас мошенники рассчитывают именно на быстро работающие проекты. То есть они создают проект, берут деньги и закрывают его. Вот, а люди остаются ни с чем. Но, опять же, обещание высокой доходности, мы уже не раз это говорили, это верный признак того, что перед вами мошенники. И эти же люди никогда не могут объяснить, куда же вкладываются деньги. То есть у них отсутствует реальная финансовая, хозяйственная деятельность. И могут отсутствовать также контакты. Если мы становимся жертвами подобных мошенников, мы очень надеемся, что последует какое-то наказание, в том числе и на законодательном уровне. Какие сейчас есть законодательные инициативы, которые смогут обезопасить граждан вот, от, в том числе, новых инструментов мошенников? Да, сейчас есть несколько законодательных инициатив, которые позволят в будущем обезопасить наших граждан. Во-первых, это инициатива... так называемый самозапрет на получение кредита. Человек в скором будущем сможет в своей кредитной истории сделать отметку о том, что мне не следует давать кредит. И таким образом любой банк, любая финансовая организация, например, когда захочет, вернее, когда будет рассматривать потенциального заемщика, они обязаны проверить, нет ли такого самозапрета в кредитной истории. Если он есть и компания все-таки выдаст этот кредит, то она не имеет права его требовать назад. Вот это вот первая новация. То есть я сразу
сразу обозначаю свою позицию. Ребята, мне кредиты на данном этапе жизни не нужны. Да. У меня эта галочка стоит. Да. И при том, вот эта галочка, она может ставиться, может убираться в зависимости от жизненной ситуации. И еще одна важная новация, которая в скором будущем будет принята, это запрет любым компаниям, которые не поднадзорны Банку России, привлекать денежные средства населения для инвестирования. То есть мы будем бороться таким образом с финансовыми пирамидами. То есть это априори, если у данной компании какой-либо инвестиционный, финансовый, они как бы себя ни называли, потребительское общество, потребительский кооператив, как правило, они вот в таких формах существуют. Если эта организация не поднадзорна Банку России, значит, они априори не имеют права привлекать денежные средства граждан, и это будет уже маячок и для гражданин, и особенно для средств массовой информации, которые рекламируют данные услуги. Лариса Сергеевна, спасибо огромное, что так доступно и понятно объяснили нам о новых мошеннических способах. Надеюсь, что наши граждане, наши зрители, в том числе, будут бдительны, уважаемые друзья. Лучше деньги потратить на какие-то модные штучки, о которых периодически рассказывает моя коллега Ольга Нестерова. На очереди блог в стиле первых. Ольга расскажет о том, как правильно подобрать летнюю обувь. Лунная призма, дай мне силы. О магии перевоплощения поговорим сегодня. Только летом 2022-го я бы делала ставку не на чудо-брошку, а на супер-босоножки. Вот они-то совершенно точно способны, как по волшебству, самый невзрачный базовый лучок обернуть в нереально стильный образ. Бескомпромиссный фэшн-привет. Самая модная обувь – тема нашего разговора. Итак, на какие туфельки не постеснялась бы позариться современная Золушка? И тут крохотная лирическое отступление, в котором я вам напомню, как истинные модницы обожают эклектику, контрасты и неожиданные решения. Обувь в этом деле инструмент номер один. Именно с помощью классной пары можно сбалансировать объемы, разнообразить стилевой состав образа или поставить яркий акцент. Исходя из этого, сегодняшнюю подборку я разделила на два блока. Обувь женственная и брутальная. Чтобы разбавлять, как вы уже догадались, строгие маскулинные и или нежные кисейные образы. И начнем с лирики. Первыми пусть будут те самые туфельки Золушки, раз уж мы ее вспоминали. Я так называю обувь с сияющими пряжками или кокетливыми бантами, стразами, кристаллами и прочими жемчугами и бриллиантами. Из сатина или бархата, позолоченную или серебристую. Да, только представьте, это великолепие больше не исключительно на вечер. Смело миксуем со свободными джинсами, а то и вовсе с топовыми сегодня брюками карго. И вперед! Будете шагать по улице Кирова, как по Нью-Йоркской авеню в неделю моды. Не отходя от кассы, отдадим должное феерическому возвращению модели Slingback. Это почти классические лодочки, но с открытой пяткой и ремешком под щиколотку. Одно из самых универсальных решений. Выглядит одновременно элегантно и очень остро. Мысок выбираем чуть вытянутый для эффекта длинных ног. Кстати, чудесно работает на эту же цель и V-образная форма декольте на туфельках. Каблук же либо утонченный kitten heel, известный также как рюмочка, либо фантазийный, необычной архитектуры. Кстати говоря, если на ваших личных фэшн-весах элегантности и остроты перевешивает вторая чаша, сделайте ставку на цвет. И тогда даже наиклассическая из всех возможных модель станет стилеобразующим элементом всего наряда. О самых горячих оттенках этого лета мы уже размышляли. Кто не прогулял нашу встречу, тот знает, за какой парой спешить. Здесь же подкину еще одну идею. Помимо цвета, настоящей бомбой в образе обещает стать принт. Например, анималистичный окрас на обуви – один из нынешних трендов. Если вы давно пытаетесь приручить леопарда или обуздать дикую зебру, мой вам совет – начинайте с туфель. Это самая беспроигрышная и безопасная схема. Если же в ваших жилах вместе с пульсом бьется минимализм, то следующий пункт для вас – минималистичные босоножки на тонких ремешках. Обуви настолько минимум, что ее почти нет. Это уже не самый свежий тренд, так что долго его мусолить не станем. Но все еще вполне жив и с нами, так что и не упомянуть тоже нельзя. Единственное, что хочу проговорить отдельно – длинные широкие штанины этими ремешками
мешками, наверное, уже не перевязываем. Этот нюанс был так ярок и провокационен в свое время, что врезался в память как атрибут определенного времени. Но с тех пор уже миновала пара теплых сезонов. И, кстати, вообще поосторожнее с этими завязками. По-честному, хорошо смотрятся они только на длинных, очень стройных и даже скорее худеньких ножках. В остальных случаях эти нахлесты безжалостно шинкуют ногу поперек, обкрадывая вас заветными сантиметрами. Лодыжка же, изрисованная бесчисленными горизонталями, смотрится тяжелее обыкновенного. А если еще и перестараться с натяжением ремешков? Ой! Возможно, более универсальным вариантом станут сдержанные мюли и саба на каблучке. Они прекрасно сочетаются и с брюками, и с юбками, практически вне зависимости от их длины. Как вариант, не сдают позиции и вьетнамки на каблуке. Вот они, наоборот, чудесным образом вытягивают и стройнят ногу. Хотя почему чудесным? Вполне объяснимым. Галочка диагонали тянется вдоль всей стопы, заставляя взгляд двигаться снизу вверх и наоборот. Вот и все чудеса. Однако по личному опыту девочки советую отдать предпочтение тем моделям, где предусмотрен хотя бы один поперечный ремешок для дополнительной поддержки стопы. Иначе весь упор, соскальзывающий вниз ноги, приходится на нежный участок между пальчиками. И эта вьетнамская перемычка превращается в сущее орудие пыток. Уменьшить страдания, кстати, могут специальные силиконовые наклейки для обуви, но совсем вряд ли спасут. Переходный гибрид от женственной к брутальной обуви – комбо высокого блочного каблука и платформы. Настоящий хит этого года. Вот тут за рост и пропорции можно вообще не переживать. Очень в духе времени сочетать такую обувь со структурными мини или с длиннющими джинсами-трубами. Ну а теперь о насущном. Максимально комфортная, но от этого не менее стильная обувь. А-ля биркенштоки. Впредь совсем не фу и отнюдь не только для бабулек, но в правильных сочетаниях. Актуально, интересно смотрится, например, со строгим брючным костюмом или легким платьем. Вы же поняли суть, правда? К расслабленной обуви мы подбираем самые непохожие варианты. Да и вообще, сандалии и шлепанцы на толстой подошве, а то и вовсе на массивной платформе – самостоятельная и весьма мощная, к слову, тенденция. И она вполне понятна. Нотка брутальности в самых разных образах. Для современного звучания и особого шика – композиции. А если добавить мускулинные пряжки, фактурную кожу, вот вам и комбат бутс для жары. Кстати, упомянутые вьетнамки, но на платформе уже куда более гуманное, но по-прежнему трендовое решение. Очень прикольно и свежо смотрятся дутые, стеганые и плетеные. А вот летние реинкарнации кроссовок отлично послужат а-ля спортивные сандалии на соответствующей подошве, на липучках, с пластиковыми или металлическими элементами. На мой взгляд, симпатичнее, легче и понятнее такие смотрятся в светлых оттенках. Но это, видимо, кроссовочный зов крови. Белые кроссовки, кажется, незаметно уже встроились в нашу ДНК. Ну и здесь давайте уже прощаться, хотя тема обуви отнюдь не исчерпала себя, и мы к ней обязательно вернемся. На сегодня же «Лунная призма» и так отработала программу по совести. Что ж, до скорого! Впереди у нас прекрасное время. Вы наверняка уже запланировали свой отпуск. Вот и работники Дома музыки подумывают о нем. Но прежде чем мы распрощаемся на недолгое время, приглашаем вас на концерт, о котором расскажет сегодня наша гостья, директор Калужского Дома музыки Маргарита Евгеньевна Кулаева в студии «Утро первых» вновь с хорошими новостями, с интересным событием, которое мы рекомендуем всем посетить. Доброе утро, здравствуйте. Доброе утро. Давайте мы сразу обозначим, когда вы ждете гостей перед тем, как все-таки закрыть сезон и сказать: все, ребята, дайте-ка и музыкантам в том числе отдохнуть. Ну, начнем с того, что у нас детский летний абонемент, он будет весь июнь, он будет до конца июня. Mm-hmm. А мы... Эти неугомонные дети продолжат. Да, и неугомонный артист Ходить тоже продолжит вас. Радовать детей. Угу. А заканчиваем сезон, и в этом году интересно. Камерный хор заканчивает его завтра. Открытые репетиции с профессором Академии музыки имени Гнесиных Дмитрием Онегиным. Это впервые у нас такой формат мы решили сделать. А традиционная концертная программа, красивая, яркая, ждет наших гостей 21 июня. Это концертная программа нашего камерного оркестра, которая называется «На бис».
Прекрасно. Вот прежде чем мы перейдем к концертной программе камерного оркестра, буквально пару слов об открытой репетиции хора Дома музыки. Для меня формат очень интересный, ведь время репетиционного процесса раскрываются разные интересные нюансы и вкусности. Неужели все будет вот так, на ладошке? Именно так оно и будет. На самом деле это для нас тоже эксперимент, потому что репетиции с мастерами хоровыми различными мы проводили. Мы всегда рады к новому творческому общению. Это был профессор Нижегородской консерватории Виктор Алексеевич Куржавский. Мы работали с Сергеем Сидоренко, мы выступали с Гергиевым, с Гиндиным. Вот последнее у нас было выступление с Шацким. Но на эти репетиции мы никогда не пускали слушателей. А вот это будет именно открытая репетиция для всех, причем даже и бесплатно. Мы надеемся, что это будет интересно не только профессионалам, да, хоровикам и будущим, да, профессионалам, а и широкой публике, потому что мне сейчас тоже задают эти вопросы, а не страшно ли вот прийти? Это наше хоровое закулисье. Понять, как одна рука одного дирижера отличается от другого. Да? Другая голова, другая эмоциональность, другая музыкальность, другое прочтение произведений, может быть, даже знакомых. Нам самим это очень интересно. Я думаю, что будет интересно той публике, которая придет. А теперь о концерте камерного оркестра «На бис». Почему «На бис»? Значит, будут звучать произведения, которые, возможно, люди, которые как домой ходят в дом музыки, уже слышали в минувшем сезоне. А зимний-осенний, если мы его так называем. Вы знаете, эту программу наши дирижеры, два наших оркестровых дирижера, Александр Кимыч Левин и Илья Даринцев, задумали еще давно. Буквально, наверное, в марте или феврале. Они сказали, мы хотим сезон закрыть вот такой программой. У них набралось такого репертуара. Им захотелось показать именно вот самое яркое. И это, наверное, будут не только сочинения, которые в репертуаре оркестра постоянно, да, вот, которые слушатели хорошо знают. Это будут сочинения этого сезона тоже новые, которые имели очень большой такой успех. Ну, это, конечно, яркая, летняя, красочная, праздничная. Вы, как программа, постоянный слушатель, наверняка имеете, да, в своем архиве какую-то любимую композицию, когда вы говорите камерному оркестру: ребята, а давайте вот эту на бис. Я не диктую, только они. Не используйте административный ресурс. Нет. Ни в коем случае творчество не должно быть под ресурсом, под административным. А что мне в этом году понравилось очень, заинтересовало, я надеюсь, что это будет звучать в программе, это фрагменты из сюиты «Битлз» для камерного оркестра в стиле барокко. Барокко «Битлз». Мне кажется, что там что-то будет. Наверняка будет фрагменты Клейзмера. Так мне тоже кажется. Наш замечательный Валя Иванов, кларнетист, по-моему, лучше его. Это никто в Калуге не делает. А с Александром Калмычем во главе это всегда имеет успех. Наверняка это будут какие-то популярные миниатюры классиков венских. Ну, полностью программы я не знаю, скажу честно. Так это еще пока это для меня больше тоже создает интригу вокруг этого события. Остается немного времени. Давайте уж поговорим о перспективах, которые открываются у нас в летнем сезоне и после летнего сезона. Наверняка вы наберете сил, а за это время наверняка будете репетировать и что-то планировать вновь. Июль – это всегда время отпусков, мы никто не репетирует. А мы доделываем наш фестиваль. Фестиваль «Калужская осень» в этом году уже будет 16-й. И программа тоже его сформирована очень давно. И мне хочется вот сегодня, правда, когда поделиться. Когда вы все успеваете? Вот приходится работать так, вперед, вперед, всегда немножечко вперед. У нас будет прекрасный концерт, о котором еще калужане не знают пока. Даниил Крамер и Денис Мужиков. Это будет такой дуэт джазовых пианистов, и программа будет называться «Jazz and Roll». И более того, скорее всего, в этой программе немножко будет участвовать камерный хор. Почему? Узнают люди, когда они придут на этот концерт. Но договаривались мы об этом концерте уже давно, уже в феврале. Будет, конечно, будет очень много классики. Будет посвящение Сергею Рахманинову, будет посвящение 150-летию Скрябина. Вот это в Калуге у нас эта дата пока еще не отмечена, хотя весь музыкальный мир, московский музыкальный мир проводил огромный фестиваль. Будет вот те, кто у нас были на «Ночи музеев», уже немножечко программу фестиваля знают, потому что там мы закинули удочку. У нас приедет группа «Оймы».
который выступит уже теперь с полноценным концертом, да, «Ойма. Традиции. Современность. Этническая группа». У нас приедут по многочисленным просьбам слушателей оркестр волынщиков «City Pipes». Будет традиционный концерт в музее и много-много интересного еще. Вот теперь захотелось, чтобы лето поскорее пролетело, и мы окунулись в калужскую осень вместе с Домом музыки. Спасибо огромное, что рассказали нам о том, что будет в ближайшем будущем, да и осенью в том числе. Как прекрасно, что у наших вообще российских музыкантов есть такая крыша. Спасибо, мы тоже очень рады, что она у нас есть. Друзья, ну а мы продолжаем тему домашнюю. В поисках крыши сейчас отправится мой коллега Кирилл Гусев. Нет, все-таки другая информация. Оставайтесь вместе с нами. Никуда не переключайтесь. Смотрите далее в программе «Утро первых». Большие или маленькие? Самое время проявить политическую волю и не допустить появления уродующей горнозастройки. Можно ли вписать высотку в центр Калуги? В поисках идеальной крыши Кирилл Гусев. В год культурного наследия народов России продолжаем знакомиться с людьми, которые берегут и чтят традиции своей страны. Королевское чаепитие, выставка на миллион и музыка лета. Как звезды сошлись на этот раз, расскажет Ангелина Жукова. Утро первых в самом разгаре, друзья. Доброе утро вам. Если вы только что раскрыли свои глаза, у нас на очереди самые важные актуальные новости, которые пропустить ни в коем случае нельзя. В Калужской области появится Министерство транспорта. Ведомство возьмет на себя функционал регионального Миндора, а также управление транспорта. Ранее оно входило в состав Министерства экономического развития. Таким образом, у нас будет аналог федерального Минтранса, который будет отвечать за две смежные отрасли. В России обнаружили более опасный подвид омикрона. Первые образцы с новым вариантом коронавируса были переданы в лаборатории в конце мая, но стало известно о них только сейчас. Однако врачи успокаивают, благодаря вакцинации и принятым эпидмерам вероятность активного распространения нового подвида крайне мала. Мозг теплее, чем вы думали. В Кембридже провели масштабное исследование, которое показало, средняя температура серых клеточек составила 38,5 градусов. Внутренние области мозга нагреваются еще сильнее, выше 40 градусов. Ранее это считалось признаком лихорадки, однако теперь стало очевидно, внутри черепа это норма. Также ученые выяснили, что женский мозг теплее, чем мужской. Кроме того, с возрастом его температура повышается. Американские ученые займутся изучением НЛО. Команда на протяжении 9 месяцев будет собирать данные о событиях в небе с неопознанными летающими объектами. Такие события частенько встречаются на просторах интернета. Так, в прошлом году в Бурятии пользователи соцсетей заметили что-то похожее на НЛО. А глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, к слову, допустил существование неопознанных летающих объектов. Теперь совсем официально. Netflix выпустил тизер второго сезона «Игры в кальмара». Главный герой и главный злодей присутствуют. Кроме того, стриминговый сервис выпустит видеоигры по мотивам популярных сериалов, среди которых «Ход королевы», «Бумажный дом», «Тени кость» и другие. К концу года будет выпущено более 50 игр.
Что такое ПВХ-комплект? Это 15 лет на рынке. Это только российские материалы. Это расширенная гарантия. Это короткие сроки изготовления. Это комплексный подход. Комсомольская роща, 39А. Телефон в Калуге, 55-11-67. ПВХ-комплект. Надежные окна собственного производства. Экстремизм – это страшная идеология, которая разрешает использовать все крайние безнравственные способы для достижения поставленной цели. И какие бы ни были цели у идеологов экстремизма, в основе всегда угроза жизни и здоровью граждан, то есть преступление. Воздействию экстремизма чаще всего подвержено молодое поколение. Я неоднократно рассказывала о проводимых в рамках деятельности Калужского регионального отделения «Союз Армия России» культурно-просветительских мероприятиях, повестку которых включены антитеррористическая тематика, пропаганда патриотизма, здорового образа жизни, успешности, активное вовлечение молодых юношей и девушек в социальную и культурную жизнь региона. На мой взгляд, такие мероприятия помогают воспитывать понимание недопустимости экстремистских настроений и наряду с другими действиями приводит к положительному эффекту в борьбе с экстремизмом. Стороны. Давайте будем чаще бывать на свежем воздухе, станем строго исполнять все рекомендации докторов и будем улыбаться друг другу. Год культурного наследия народов России продолжается, и в нашем регионе я снимал людей, которые также эту традицию чтут и занимаются народными ремеслами. У нас в гостях мастер по плетению из эко-лозы Евгения Кочура и фотограф, помогающий запечатлеть эту плетеную красоту, Алена Лободинская. Доброе утро. Доброе Здравствуйте. Утро. Вот и наша студия преобразилась благодаря вашим материалам, вашим заготовкам, которые вы сегодня к нам принесли. Давайте прежде всего поясним для людей, интересующихся, и для людей, которые, может быть, немножечко подзабыли об этом мастерстве, что такое эко-лоза? Эко-лоза – это бумажная лоза. Называют ее еще эко-лоза. Я плету из бумаги. То есть городскому человеку найти лозу сложно. В старину-то было иначе, правильно? Из чего делали чаще всего корзины и подобные? Ну, из лозы, да, из иволовой лозы, там, из веток каких-то, из соломы, из листьев. Это и сейчас есть. Но где я найду сейчас листья кукурузы в достаточном объеме, чтобы из них что-то плести? Поэтому свою лозу я заготавливаю сама. Это обычный лист бумаги, из которого крутится трубочка, и из нее уже создаются вот это вот готовое обработанное. Могу показать, что, например, вот такие полосочки, накрученные на тонкую спицу. Просто здесь использована газета, в основном в своем используется чистая бумага, чтобы не было вот краски типографской. То есть, почему эко? Потому что все экологически чисто. Но можно и из газеты подобные, правильно? Можно из газеты, конечно. Друзья, да. Вот вам способ утилизировать газету, которая скапливается у вас дома, и вы ее дальше никуда не деваете. Сколько времени вы тратите на то, чтобы как минимум заготовки подобные делать? Ну, на одно изделие как минимум 300-500 трубочек уходит, вот по 200 в час. То есть все свободное. Вот, честно говоря, просто по фотографиям, если бы я воочию не видел эти изделия, мне показалось бы, что они только декоративные. Возможно ли вот в такой корзине удержать действительно что-то тяжелое, если человек, к примеру, отправился в лес по грибы и собрал там какую-то свою коллекцию? Да, конечно, возможно. Все это укрепляется, крепкие ручки, то есть зависит от того, какого она размера. Это все очень крепко. Вот это не вскрыто еще лаком, да? Вот это вскрыто, можете посмотреть, пощупать. Вы вот на ощупь ведь не скажете, прочно, что это бумага? Нет, не скажу. Действительно, есть ощущение, что это даже, может быть, из веток березовых сплетено.
Бумага просто материал очень благодарный, его можно покрасить, как обычную лозу, ты с этим не сделаешь ничего. Здесь можно покрасить в разный цвет и сплести совершенно разного размера, разной формы, то есть все в наших руках. А, замечательно, что вы такое ремесло для себя открыли и поддерживаете его. Я вижу по форме, что получается прекрасно, но сегодня мы живем в век цифровых технологий, и в век, когда если ты что-то не выложил, не рассказал об этом, то так это ремесло и забудется. Алена, как у вас возникла идея сотрудничества и вообще объединения мастеров, которые также создают такие потрясающие шедевры? Мы с девушками работали в одной компании, продавали справочные системы, да, облачных технологий. И вот нашелся такой... мой, вот это неожиданный поворот, такая формулировка, которая просто разбудила меня этим утром. Вы коллеги по работе. Да, мы все вместе работали. То есть у нас еще есть один мастер, это Виктория, которая делает сувениры, куклы и различного рода такие заказные вещи. Вот, и мы так беседовали. К сожалению, Инстаграм у нас ушел от нас. Запрещенная. Да. Запрещенные, да. И девчонки остались без рекламы, которую они развивали. И я говорю, девчонки, а я учусь на фотографа, хочу быть фотографом. Я говорю, давайте попробуем, создадим группу и попробуем, как она будет работать. Мы создали свой контент, я начала фотографировать девчонок изделия и начали потихонечку развиваться. А с какими чаще всего там, вопросами или просьбами обращаются к вам люди, которые этот контент просматривают? А, может быть, они хотят какие-то формы определенные или под какие-то определенные нужды вот эти корзины и приспособления ходят? Посмотрите, какая чудесная лампа. У нас, к сожалению, электричество не подведено, но я бы хотел еще себе есть и сумочка на тумбу прикроватную. Давайте тоже сюда. Пожалуйста. Давайте сюда. Все, появилась сумочка, девочки. Внимание. То есть это сочетание, я так понимаю, лозы с кожей. Да, можете открыть, там внутри еще подкладка. Все полностью вот с нуля, с чистого листа бумаги делаются вот такие вот замечательные вещи. Они не просто замечательные, они еще и функциональные. Это можно использовать. Это не боится воды абсолютно, потому что вскрыто специальным лаком. Все экологично на водной основе. То есть под дождь с ней попасть очень легко. Ребята, посмотрите, какая обшивка внутренняя с огурцами. Тот самый старинный узор, к которому мы так привыкли, который мы так любим. Все со вкусом. Спасибо. Действительно. А вот подарок был бы неплохой. Чувствую себя сейчас сотрудником магазина на диване. Кроме того, что есть еще есть такие материалы из лозы, какие еще мастера с вами сотрудничают, и в том числе вы их работу фотографируете и популяризируете? Ну вот, как я уже и говорила, это вот Евгения, мастера по плетению лозы, и Виктория. То есть мы пока сообщество создали на троих. Как говорится, сообразили на троих. Прекрасно. Что создает Виктория? Виктория создает сувениры, куклы, как сказать? Цветочки. Цветочки, современная, да. Глина, это запекаемая. Да, если будут фотографии, то есть там Евгения сплела, например, на 8 марта маленькую корзинку, а Виктория сделала туда подснежники. Из чего она их делает? Полимерная, да. На да. модном языке это называется коллаборация. Да. Вот. У них тоже есть совместные какие-то работы, вот, и тоже мы их продаем. Вот как известно, косы плетут пятью способами. А сколько способов есть у вас, чтобы создавать подобные изделия? Безграничное множество. Основы, собственно, те, взятые из древности, да, которые вот изначально люди наши, предки, плели таким образом. И здесь нет предела совершенству, фантазии. Все, что угодно можно сделать. Даже мебель. Даже столик. Даже мебель. Сделала на балкон. Даже стол, кресло. Здесь главное сделать качественный каркас деревянный. А плести можно все, что угодно. Если мы сейчас объявим сбор макулатуры, которая вам пригодится в изготовлении, примите или у вас достаточно своих материалов? Макулатура не подойдет, потому что на заказ я плету из чистой бумаги, потребительской. Я ее покупаю. Чтобы качество новое. Я не просто так задал этот вопрос, потому что в наше во многом меркантильное время, если вот так можно назвать, простите меня за эту формулировку, не могу не спросить, насколько вообще выгодное ремесло, можно ли сказать, все, ухожу с работы, занимаюсь любимым делом, на нем и зарабатываю, этим делом и живу. Вот мой кусочек хлеба. Ну, если этим плотно заниматься, то да, возможно. А, то есть вы рекомендуете тем, кто хочет стать мастерицей? Я рекомендую всем попробовать то, что хочется.
Потому что это же волшебство из чистого листа бумаги создать такие замечательные вещи. И не просто замечательные, они еще и функциональные. Их можно использовать, они не просто будут стоять в плите. Поднос, на котором можно чай попить, лампа, которую можно зажечь, корзина, с которой можно сходить по грибы, на рынок, куда угодно, сумка, с которой ты будешь просто, она в единственном экземпляре, такой больше ни у кого не будет. Надеюсь, это... что моя жена сейчас... Еще пока не смотрит наш эфир. Иначе я чувствую, что просьба будет эту сумку получить в нашу домашнюю коллекцию. Огромное спасибо вам за то, что были сегодня утром вместе с нами, рассказали о своем ремесле и рассказали о том, как вы его популяризируете. Друзья, ну а мы движемся далее. Наконец-то пришла очередь моего коллеги Кирилла Гусева, который сейчас вам расскажет не то, как можно оборудовать свой дом разными приспособлениями, но вообще найти себе подходящую крышу. В поисках крыши на очереди. Хочу поделиться с вами одной идеей, которая меня очень сильно волнует. Она касается ограничения высотности застройки в центральной части Калуги. Если коротко, то я лично и многие эксперты, с которыми я общался, это архитекторы, экономисты, строители, считают, что высотная застройка приносит Калуге только вред и проблемы. А теперь давайте поподробнее. Сначала определимся с терминами. Высотками я буду называть дома выше 10 этажей. Это примерно 30 метров. До начала 2000-х годов выше 12 этажей в Калуге никто не строил. Необходимости не было. Как же она появилась? А возникла идея переселить калужан в новые микрорайоны, куда надо было, разумеется, тянуть всю инфраструктуру и коммуникации. Поэтому, чтобы окупить инвестиции в освоение новых полей, не придумали ничего лучшего, чем надстроить лишних этажей. Со временем эта позиция нашла отражение и в регламентирующих документах. Сейчас у нас можно строить дома высотой в 25 этажей над землей и еще 3 под землей. Вы удивитесь, но так и строят, в общем-то. Вот смотрите. Купил инвестор земельный участок. Земля дорогая, поэтому участок небольшой. По нормативам его минимальная площадь составляет 1300 квадратных метров, 13 соток, 2 дачных участка. Его можно застроить не больше, чем на 60%. Плюс всякие обязательные отступы, парковочные места, детские площадки и проезд. Площадь этажа получается небольшой, продаваемых квадратных метров мало. А застройщик, разумеется, зарабатывает на разнице между себестоимостью строительства и продажной ценой. И логичный способ преодоления этой печали у застройщика простой – увеличивать количество этажей по максимуму. Технологии для этого есть – монолитный каркас, легкие блоки в качестве заполнителей, легкая фасадная облицовка, чаще всего один подъезд и один комплект лифтов. Дешево и сердито. Какие недостатки есть у высоток? Разные. Чисто эксплуатационные – те же лифты, которые надо долго ждать, потому что по лестнице особо не набегаешься. Нужны мощные насосы, чтобы поднимать воду в квартиры на верхние этажи, иначе будут проблемы с напором. Более сложная система отопления, причем индивидуальное отопление в высотках не делают. Специальным службам тоже добавляется головной боли. Длинных пожарных лестниц в городе мало, и их не хватит, чтобы подняться выше 12 этажа. В высотках по проекту должна быть автоматическая система пожаротушения. Но, во-первых, это по проекту, а во-вторых, автоматическая система не выведет ребенка из задымленной квартиры. Я упомянул, что в придачу к 25 надземным у нас можно подстроить 3 подземных этажа и разместить там, конечно, парковку. Но на практике так не делают. Дорого. У нас есть только одна высотка с двухуровневым паркингом – это 25-этажка на Белинского. Башни правобережья окружены парковочными полями. Это не очень приятная и небезопасная городская среда. К тому же стоимость паркоместа уже включена в цену квартиры. Но ведь высотки строят по всему миру. Но неужели у них вообще нет достоинств? Есть. Иногда это выдающаяся архитектура, потрясающий вид с верхних этажей. Иногда в городе физически нет участков для строительства, а население растет. В Калуге ситуация совсем не такая. Город почти не растет. Свободных участков масса. Да, они могут принадлежать разным людям, но раньше как-то с этим справлялись. Застройщик выкупал целые кварталы и строил вполне нормальное жилье. Я чего переживаю? Скоро мы увидим несколько проектов жилых высоток, которые планируют разместить в центре Калуги. 15, 17, 19 этажей. Их уже нарисовали архитекторы, просчитали проектировщики, посадили на участки генпланисты. Осталось только получить разрешение на строительство. Помните историю с башней на Воронине? У города просто не будет оснований отказать. Почти 3 года назад мои коллеги из одного калужского издания опубликовали статью
«Как остановить градостроительный беспредел». Там предлагались вполне конкретные шаги, но пока остановить не получилось. Самое время проявить политическую волю и не допустить появления уродующей город-застройки. Мы, по-моему, дозрели до момента, когда можем рассчитывать на здание выдающейся архитектурной ценности. Тем более, что жилье в центре не обязано быть доступным. Давайте установим предел в 30 метров для тех районов, где преобладающая застройка гораздо ниже. 10 этажей – это вполне достаточно. Пусть дома образовывают привычные нам улицы, а не пустые пространства вокруг себя. У столицы нашего региона есть свое собственное лицо. И нам нужны ответственные застройщики, понимающие, что погоня за прибылью должна иметь свои границы. Нам нужны новые регламенты, которые не позволят уродовать город. К счастью, сейчас регионом руководит человек, который был глубоко погружен в процессы развития современного города и прекрасно понимает, какие бонусы дает продуманная градостроительная политика. И если рецепты Обнинска удастся применить в Калуге, мы все будем вам, Владислав Валерьевич, очень благодарны. Друзья, совсем недавно книжные издатели нашей страны собрались в Первопрестольный для того, чтобы обсудить, как им жить дальше. Ведь была очень неутешительная тенденция. И до 2020 года мы думали, что книжный мир вообще схлопнется, загнется, закроется. Какие хотите формулировки используйте, и все перейдут в цифровую литературу, если вообще перейдут. Но этого не произошло, этого не случилось, и об этом расскажет наш книголюб, книгачей, человек, который всегда не рекомендует что-то прочитать и действует от противного, Мария Лазарева в студии «Утро первых», редактор программы, собственно, «Утро первых», и человек, который обожает читать и обожает мир литературы. Итак, привет, Юр. Привет, Маша, спасибо, что вышла в свет софитов наших сегодня в студии «Утро первых». Итак, поговорим о больном. О здоровом, я бы теперь сказала. Теперь уже о здоровом. Да. Дело в том, что интерес к книгам, он проснулся тогда, когда в мире стала бушевать пандемия коронавируса. Люди ушли на удаленку, какое-то время они работали, какое-то время они косплеили произведения искусства, да, там делали, я не знаю, поделки с туалетной бумаги. Скучно, скучно стало общественности, и они кинулись читать. А я всегда говорю, не читайте. Чтение – это наркотик, причем легальный и не такой, собственно говоря, и дорогой. Особенно если мы учитываем, что в интернете книги, у которых авторское право истекло 75 лет назад, они абсолютно для вас бесплатны. Угу. С переводной литературой ситуация несколько иначе. Да? То есть, ну, например, не всего Ремарка вы можете достать бесплатно, потому что есть еще права на перевод. Подожди, вот с этого момента подробнее. Я даже не подозревал, что есть такой момент, как авторские права, которые ограничивают на прочтение в цифровом пространстве. Да, конечно. То есть, сколько они, например, есть? 75 лет? У нас в стране 75 лет. Для каждой страны есть свои возрастные ограничения, скажем так. Uh-huh. И, например, скачать «Войну и мир» бесплатно легко. Uh-huh. А вот свеженького Пелевина... Или Лукьяненко, например. 75 лет не прошло, они живы, здоровы. Некоторые из них приезжают даже в нашу славную колыбель космонавтов. Было принято считать, что к чтению все-таки склонны люди более старшего поколения, но, может быть, от 30 начинается более серьезное отношение к книгам. Что ты наблюдаешь сейчас? Это наблюдаю даже не я. Это в Первопрестольной, как ты сказал, на Красной площади выяснили, что главные покупатели книг сейчас... На том самом форуме книгоиздателей. Главные покупатели – это молодые люди от 18 до 24 лет. Ты представляешь, насколько чтение помолодело? Mm-hmm. Мне кажется, в этом нет вообще ничего удивительного, потому что много читать и быть умным сейчас модно. Более того, Стивен Кинг сейчас ушел с российского рынка, как мы знаем, а он всегда возглавлял топ, да? Он даже Дарью Донцову перебивал. Сейчас его нет, и что самое любопытное, самая продаваемая книга сейчас в России – 1984 Оруэлла. Как правило, в издании 1984 и «Скотный двор». И еще коллекционер Фауза. Ну, это такая вот классика. Коллекционер, скажем так, парфюмер и декоратор Тургрима Гена. Это менее известная книга, но, тем не менее, тоже крутая и про маньяка. Но если мы говорим про 1984, то современные реалии наверняка подтолкнули
многую молодежь и многих читателей для того, чтобы эту книгу для себя открыть, как она была обсуждаема. В общем, актуальные вопросы заставляют вести к актуальной литературе. А еще какие-то произведения, которые ты бы порекомендовала, особенно вот этому возрастному поколению от 18 до 24, какие книги, по твоему личному мнению, как профессионалу книгачей, я использую эту формулировку, были бы им сегодня полезны? Порекомендую две книги, две разные книги. Одна история – это «Книжный вор» Мартина Зусака. Некоторое время назад была бешено популярна. Подробнее останавливаться не буду, потому что скоро выйдет рубрика «Мотай на ус», где мы с Игорем Ксенофонтовым эту книгу обсуждали. Анонсик прошел быстренько. Да. А вторая книга, она как раз на очень такую острую социальную актуальную тему, на тему харассмента. Кто не знает, может загуглить. Называется «Моя темная Ванесса». Это отсылка к Набокову. И это отсылка к нынешней ситуации. И самая главная особенность этой книги. Вот, как бы вы ни относились к тому, что может возникнуть какое-то чувство у людей разного возраста, да, разного социального положения, да, и что вот кто-то из них, как правило, мужчина, может использовать это положение. В общем, какие бы у вас предпосылки ни были в начале, когда вы начинаете читать эту книгу, вы ее прочитаете, и все, у вас не останется твердой уверенности вообще ни в чем в этой ситуации. И мне кажется, это круто. Это как раз показатель настоящей литературы, а не просто погоня за хайпом. Современная литература. Ну, современная литература, конечно, да. Лев Николаевич Толстой об этом не писал. А сейчас это обсуждаемо, это горячий такой новостной фон, это постоянные суды над Кевином Спейси. Конечно же, людям это интересно. И они пытаются понять, почему так происходит. Почему, например, девочки не признаются, если над ними было совершено насилие. Почему? Потому что им стыдно или потому что они себя чувствуют исключительными? Вот мы повесим этот вопрос в завершении нашей беседы. Огромное спасибо, что была с нами сегодня утром. Рассказала о том, что, друзья, оказывается, литература, которую можно потрогать своими руками, ощутить, оживает. Мы продолжаем читать вместе с Марией Лазаревой. Друзья, и продолжается наш эфир. Оставайтесь вместе с нами, никуда не уходите. Привет! Это «Звезды сошлись». Чем живут главные светила мира кино, музыки и шоу-бизнеса, расскажу в ближайшие пару минут. Сегодня в выпуске «Время пить чай». В какой компании лучше? Где в Калуге можно получить слуховое и визуальное наслаждение? Свежие клипы, стильные танцевальные летние. Хотите подробностей? Вот они. Начнем наш выпуск с королевских новостей. Елизавета II празднует юбилей. Цифра немалая. 70 лет на троне. И думаю, уже все видели забавный ролик с участием Ее Величества и неуклюжего медвежонка Паддингтона. Так вот, россияне решили не отставать и пригласили королеву на чай к Винни-Пуху, Карлсону, к бременским музыкантам, к волку из «Ну, погоди» и коту Матроскину. Наши мульчашки оказались очень гостеприимными. Хобби переросло в дело всей его жизни. О ком это я? Я о талантливом художнике, который живет и работает в Калуге и радует наших горожан своим мастерством. В гостиных рядах состоялось открытие галереи живописи и графики заслуженного художника России Владислава Собинкова. Между прочим, его работы украшают галереи и частные коллекции Парижа, Берлина, Цюриха. И вы представляете, нам не нужно ехать за 3-9 земель. Все это великолепие в центре города. А теперь серьезно, друзья, у нас с вами последний шанс поднять настроение, насладиться музыкой и приятной атмосферой. Все это на концертах оркестра современной музыки «Джазатов Гигабенд». Концертный сезон заканчивается, и есть только два дня – 17 и 18 июня в ВКЦ. Самые лучшие композиции, заряд энергии, а на сцене несравненные – Лиза Слышкина, Екатерина Тысячнова, Лиза Миллер, Александр Андреев и Павел Селезнев. Не пропустите! Учитесь у паровозика из Ромашково.
переосмысливают карьеру. Корейские исполнители представили видео на свежую песню и пополнили свой список хитов. В ролике «Yet to come» или «The most beautiful moment» BTS находят себя посреди пустыни, вспоминают прошлое и верят, что лучшее еще впереди. Дорогие мои любители потанцевать, Аня, Асти заботятся о вас и выпускают свой новый сингл «По барам». Гарантирую, вы не устоите на месте. Композиция из дебютного альбома. Анна Асти в начале года успешно запустила сольную карьеру и уже готовится к релизу дебютной пластинки «Феникс». Артистка открыла предзаказ на альбом и дропнула в его поддержку новинку «По барам». Это лиричная композиция с хаус-звучанием, очень привычным для ее фанатов. Клава Кока радует нас красивейшим модным клипом на дип-хаус новинку «Бумеранг» о провинившемся парне. Артистка лейбла Black Star не только завораживает стильной визуализацией, но и вдохновляет на участие в дэнс-челлендже, запущенном по случаю релиза. Сегодня у меня все. Будьте как звезды и даже выше звезд. И завершим сегодняшний эфир рекордными новостями. И все это благодаря нашим спортсменам калужской земли. Калужанка установила рекорд России в гиревом спорте. В Ханты-Мансийске состоялся чемпионат России по гиревому спорту. Сборная Калужской области удостоилась сразу внимания 7 наград. Причем все эти награды завоевали наши прекрасные девушки. Ну, я думаю, что уместно будет назвать их имена и фамилии. Ирина Мартынова, Александра Варбакова, Елизавета Сафронова, Елизавета Билибина, в честь которой, скорее всего, переименуют улицу Билибина, Ирина Мартынова и Наталья Барбакова. Интересно, что рекорд касается именно поднятия полуторапудового снаряда, который Александра Барбакова за установленное время подняла 62 раза. Вот это рекорд, уважаемые друзья. Поздравляю наших спортсменок. И на этой новости завершим сегодняшний эфир. Хочется пожелать, чтобы день сложился максимально успешно и все обязательно получилось. Завтра с Дмитрием Петрухиным вы встретитесь в этом же месте, в это же время, с 7 до 9. На сегодня желаю успехов, удачи, добра и мира. С вами был Юрий Галоян. До скорых встреч. Пока-пока.